Всем приветик. Вот и я. Короче, снимала. Тут уже все закусано. А я потом смотрю, то и ничего не снялось. Нифига себе, у меня телефон вообще выключился. Включаю, а видео-то нет ни хрена, ничего. Нигде, ничего, никак, ни почему. А почему, что произошло? Непонятно, что произошло. В общем, там у меня яичница, горошек здесь вот надо добавить. Как я до этого говорила, блядь, и не заснялось нихуя ничего. Горошек бандюэли, купила я не тот. Тот у меня был меленький. Все всегда как не так, как должно быть. Не так, как у всех. Так, лук зеленый и колбаса. Здесь у меня была еще одна штучка, я ее съела. Пока с вами разговаривала, камера не записывала, ну иди нахрен. Вот видите, не судьба. Николай, вы мне там пишете, куда я пропала, видите, не судьба, блин. Так, я по бырику все это засниму. Свой завтрак. Почему таким цветом, я не пойму, розовым? А? Ну, розовым. Отсвечивает? И что это такое? Почему? Что добавили? Почему не заснялось, вообще непонятно. Я не понимаю. Тайсон, какие звуки там, это Тайсон, что он там делает? Он там косточку резиновую сосет, грызет. Соевую соусу, чуть-чуть, капелючку, вместо соли. Вот так. Сейчас поем, буду убираться. Николай меня спрашивает, Тайсон на волос. А Николай меня спрашивает, куда я пропала. Я никуда не пропала, я тут. Я жива-здорова, слава богу. Все хорошо, все идет по плану. Скоро Новый год. Да? А там оливьешка варится. Конечно, если горошек не съем, то оливье будет. Яичницу я жарила, короче. А у меня жирный получился. Вы представляете, жарила на чем? Нужно договаривать мысль, правильно? Потом забуду. Жарила я на жире. Котлеты пожарила. Вчера брали петелинку. Сок, жир, что там, я не знаю, было. На сковороде это осталось, масло. Я не стала сковороду мыть, думаю, ну а я утром все пожарю на этом. Я в усмерть ленивая, поэтому на утро себе оставила. Пожарила колбасу, две штучки, два слайсика. И С2-шку, яйцо. Представляете, С2. А желток, вы посмотрите, какой большущий. Просто это не видно его так. Он просто огромный. Это С2. Мы вчера купили, представляете? Надо было больше брать. Больше. А мы только 20. Вот так. Так. Виола. По акции. 5. Вы представляете? Вы просто представляете, зачем делать акцию 99 рублей за упаковку 200 грамм. Хотя там можно большую упаковку за 400 грамм. Это 1 плюс 1 с 99. Большую упаковку можно за 200 рублей взять. Для чего? Для чего делать акции, чтобы вес один и тот же, граммовка одна и та же? Тася, не греми там, не тряси мне ничего. Не понимаю. Мы лучше бы одну большую взяли. С одной стороны, нам нужно немножко зенки разувать, так сказать. И смотреть, что это 1 плюс 1, а не акция. Это 1 плюс 1 на Кате. Идите еще одну берите. И в итоге две упаковки взять за 200 рублей. Тайсон. Такие звуки сдают. Боже мой. Так. Колбаса. Видите, она прям жирная такая. Обжаренная. С нее сок течет. Да.
вредная еда. Да. Не полезная. Но сука вкусная. Да Тайсон. Вот слоняра. Он такие ноготочки я сделала. Посмотрите, что он творит. И самое вкусное напоследок, да? Это яйцо. Оно уже потекло. Как это мы будем делать? И на хлеб. Пусть на хлеб лучше. Как-то так вот. Через одно место. Но ничего страшного. Так. Это же очень вкусно. Блядь. Прям на ногу. На штаны. Зачем, Света? Зачем ты капнула? Рядом ничего нет, чтобы вытереть. Тайсон, нельзя. Пошел в ванную зачем-то. Он нас ходит в ванную. Разматывает там туалетную бумагу. В клочья ее всю. По всему дому. А Света потом собирает по всему дому клочки туалетной бумаги. Обратно-то я сматывать уже не буду. Ее. А я тоже наелась. Вот отсюда возьму самое вкусное. А это отдам Тайсону. Так как ты плохо себя ведешь, будешь есть то, что... Еще давай. Еще. Давай. Все штаны замхерач. Уже сыр не уходит, надо убрать. Так. Вот так все сделаем. Угу. Да, слежи, пожалуйста. Угу. Будь другом. Все, он мне почистил штанину. Это твоя, Тайсон, часть яйца. Да. Угу. Здравствуй. Хрен ушастый. Вы знаете, что он натворил у меня в машине? Тогда, когда мы ездили... Мама еще здесь была. Мы ездили в Наташинский парк. Ну, буквально 20 минут ехали. Он взял и сгрыз у меня провода под сиденьем. Теперь у меня жопа грейки нет. Так. Вот так. Вот и друг насрал в круг. Да, Тайсон? Удружил. Угу. Так, ну все. Пошла я убираться.